Привет, друзья! Выяснилось, что подушка двигателя... Нижняя задняя. Нижняя задняя требует замены. Сергей, мой друг, будет менять подушку двигателя в автомобиле Opel Astra G 2001 года. Признаки дефекта нашей подушки. Ну, во-первых, первое, это визуально. Она видна. Подношена батарея, у нас мотор просто гуляет. Да ты что? Такого шатки не должно быть. Мы сейчас покажем, как она на неисправной, и потом, когда установим, посмотрим разницу. При трогании будут идти глухие, дергание, да? Да, глухие удары под ноги, ну, как правило. Ну да, конечно, по кузову будет больше идти, скажем так, вибрации от мотора. Подушка к двигателю. К нам пришла вот такая картека. Один болт мы уже выкрутили. Остался еще вот этот болт и вот этот. И можно будет снять. Вот наша старая подушка. Она отслоилась от металла. Вот. Хана ей порвалась. Кстати, как тоже стоит. Да, джем оригинальный. Надо немножко приподнять двигатель, чтобы установить подушку. Да ее сильно зажимать надо вообще? Ну вообще. Или от руки чисто, сколько сможешь? Я зажимаю по своей силе. Вообще все же зажимать надо хорошо. Ну, тоже без фанатизма. Угу. Все, поставили на место. И сейчас закрутить надо два болта этих, да? Но всего же 4, да? Подушки. Здесь, да. Ну, в принципе, логично, наверное, у всех машин, или нет? Ну, скажем так, есть 3 и больше. Volvo там вообще подушек двигателя. Сейчас я скажу, сколько. 1, 2, 3, 4, 5. 5 или 6. Ты втираешь мне какую-то дичь. Ну, вам тут все зависит от конфигурации, ну, это значит, какая-то масса. Ну да, он тогда болтался, как будто бы просто лежал на ней, да, этой, да, подушке. Да. Уже, видишь, поднимает больше. Наставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы в комментариях. Спасибо за просмотр, увидимся позже.